Всем привет! Сегодня с вами Марина Ломака, и мы будем сушить фруктовые ассорти. Я взяла яблоки, сливы и желтую алычу. Сушить я буду в сушилке Easy Dry. Я уже ее показывала на своем канале. Кто не видел, можете зайти посмотреть. Ну и давайте приступим к приготовлению. Алычу и сливу нужно вот так вот почистить. Удалить косточки и сушим вот в таком виде, половинками, вот так вот. А яблоки я нарезаю дольками. Очищаю от серединки яблока, от семян, и вот такими дольками нарезаем все яблочки. Я почистила алычу, сливы, порезала яблоки. Выстилаю сито вот такими сеточками. Если у вас нет сеточек, это не страшно, можно без них. Распределяем наши сливы, алычу и яблоки по ситам. Все сито заполняем фруктами. Переставляем на сушилку. Закрываю крышку. Включаю 55 градусов, включаю в розетку и сушим до готовности. По времени, сколько они будут сушиться, я скажу уже после того, как они приготовятся. Прошло 10 часов, сухофрукты готовы. Хочу попутно сказать о том, куда использовать сухофрукты. Помимо компотов, можно просто кушать их, а можно, например, сильно высушить, а потом перемолоть в кофемолке или через мясорубку пропустить и добавлять в выпечку, в каши. У меня очень много вопросов по поводу того, что делать потом с сушеной дыней. Сушеная дыня, ее можно также просто так покушать. Можно измельчить и добавлять в виде порошка. Если миленькими кусочками, то можно добавить как цукаты, выпечку, тоже будет очень вкусно. Ну и вот такое фруктовое ассорти у меня получилось. Попробуйте, приготовить его, и буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким.